Да, по поручению губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина в декабре месяце усилили ярмарочную торговлю в целом и акцент делали именно на яйцо куриное. Начиная с 9 декабря птицефабрики региона выставляют здесь свою продукцию. Каждую субботу мы представляем 10 торговых точек и еженедельно продаем порядка 200 тысяч яиц. В общей сложности за декабрь месяц будет продано более 1 000 000 штук яиц. В принципе, ажиотажа никакого нет. Еще раз хочу отметить, что наш регион на 156% обеспечен, самообеспеченность по яйцу составляет. Сегодня у нас фабрики, входящие в состав группы компаний «Саратов Птица». Это Покровская, Лысогорская, Балашовская и Симоновская птицефабрики ведут реконструкцию, модернизацию. Данный проект рассчитан на 2023-2025 годы. По выходу на проектную мощность будет увеличено поголовье корней сушек на 590 тысяч, и мы получим дополнительно 167 миллионов штук яиц. Спасибо. А скажите, сколько сегодня машин торгует яйцом? Сегодня на ярмарке представлено 11 точек. Это Дергачевская птицефабрика, Аткарская птицефабрика, Симоновская птицефабрика, Лысогорская птицефабрика и Покровская птицефабрика. Ну, всех цены, я так понял, фиксированы, да? Да, цены зафиксировали на уровне 85 рублей за десяток.